В КЧГУ имени Умара Алиева писали тотальный диктант на языках народов Карачаево-Черкесии, организованный в честь Международного дня родного языка. Более 100 площадок были открыты для участников данной акции. Основная задача мероприятия – повысить интерес к изучению родного языка. В тотальном диктанте принял участие и Алихан Липшоков. Центральной базовой площадкой второго тотального диктанта стал КЧГУ имени Умара Алиева. Именно отсюда шла прямая трансляция диктанта на другие базовые площадки, расположенные на территории России и в странах, где проживают представители диаспор народов Карачаево-Черкесии. Мы надеемся, что это мероприятие позволит увеличить интерес к изучению родного языка и улучшению языковой грамотности, отметил исполняющий обязанности ректора КЧГУ Таусултан Узденов. За этот год увеличилось количество площадок и желающих принять участие. По всему миру на сегодняшний день зарегистрировано более 100 площадок. Может быть, еще те, которые не зарегистрировались, но принимали участие. Это говорит о том, что к проблеме языка, не только проблеме языка, а есть и проблеме языка, значит, к культуре, к прошлому народу, и будут и проблеме сохранения культуры вообще народа уделяется сегодня большое внимание. Текст диктанта на родных языках читали учителя, педагогический стаж которых превышает 50 лет. Нам отрадно принимать свое участие в этом значимом деле для сохранения родного языка, подчеркнули они. Мы сами обязаны и должны развивать свой язык, родной язык. Такими мероприятиями. В основном содержание этого диктанта посвящено родной стране. Называется Туган Джерим, родное место, где родился. Особенно развитие карачаевского языка, искусства. В тотальном диктанте участвовали представители администрации Карачаевского городского округа. Это прекрасная возможность проверить знания родного языка, отмечали участники диктанта. Мы все должны сохранять свой язык, свою культуру, свои обычаи. При этом мы богаты своей историей. Как говорится, кто забывает свою историю, тот под сомнение ставит свое будущее. Ну, сегодня я очень хорошо и комфортно провел время, с удовольствием написал данный диктант. Ногайская площадка очень широкую географию имеет сегодня. Пишут в Дагестане. Сегодня пишут в Астрахани, в Ставропольском крае, в Нефтекумском районе, в Нераловодском. Пишут, естественно, в Карачаево-Черкесии, в Ногайском районе, в аулах. Мы надеемся, что и в дальнейшем будем расширять географию участников тотального диктанта, заверили организаторы мероприятия. Алихан Липшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.